Приветствую, дорогие друзья! Шалом хаверим! С Днем России! Хаг Самеах! У нас у евреев постоянные праздники. Тода раба! Вот мы сегодня решили устроить байдарочный заплыв с моей любимой внучкой. Где она у меня? Помаши ручками. Так. Птички поют. Водичка течет. Погода замечательная. Изумительная. Барух Ашем. Птички, птички, смотри, ой. Как разрезвились. Орел. Вон там орел летает. Парит орел. Ну мы хоть выехали с этого места там на гидроцикле. Там, короче, чел, то есть, о, видимо, он еще стаканяру, видимо, накатил. Ой, мы кое-как проехали это место. Да? Это было страшное место. Ой. Здесь хоть я наслаждаюсь этим покоем. Тишина. Здесь вообще даже и ветра нет. Там нам еще ветер помогал. Мы потихонечку так прорывались. У своих гнезда, гнезда это, стрижи. И стрижи живут. Благодарим за внимание, дорогие друзья, Тадараба. С праздником, Россия!